Всем приятного просмотра, всех приветствую, и давайте лететь вот в эту точку. В прошлой серии мы с вами выполнили здесь все. Согласен, из-за монстра я туда не вернусь. Жир, в прошлой серии мы все выполнили, так что давай выполнять вот тут задачу и улетать отсюда, потому что я, в принципе, отремонтировал свой корабль. В принципе, все отремонтировал, то, что мне нужно. Хотя слева, сверху, вот видите, да, красные две точки. Что-то еще нам нужно будет здесь найти. Наверное, улучшение какое-то. Ну, сейчас посмотрим. Так, нужно будет сейчас разнести эти турельки. Отсюда поступает очень слабый сигнал. Не могу разобрать точно, но что-то вроде призыва всем выжившим собраться в этой точке. Ну да. Ну да. Так, блин, а как же мне тебя повернуть так, чтобы ты ровно стояла? Секунду. Это носовой стыковочный шлюз команды лайнера. Если здесь сохранился хотя бы один челнок, мы можем попытаться достать ту самую систему свой-чужой, о которой говорилось в диагностике. Если, конечно, вообще поймем, что это за система. Хорошо, сейчас только... Давай уничтожим турельку. Понял, не достаю. Достаю. Все, хорошо. Давай теперь быстро. Не могу. А почему? Так, тихонечко. Тихонечко. Второго уровня пройдено. Попадание становится все эффективнее. Наверное. Не, не становится. То тебе так кажется. Так, как мне тут отстыковаться? Кто мне скажет? Погоди, 4000 метров, еще что-то есть. Но не, мне нужно конкретно... Тихо, игра, пожалуйста. Да, успокойся. Ага, по-моему, вот сюда, да? Или нет? Нет, не сюда. Ладно. Сейчас еще тут пока место найдешь, где нужно пристыковаться. Вроде бы с этой стороны... По логике должна быть, но nope. Ладно, полетели в самое начало, возможно, там где-то это будет. Так, сюда могу, сюда не могу. Хорошо. Стой. Ля, ты падла. Есть. Опять же, не устану повторять, какое неудобное здесь управление. Так, ты где? Турель? Так, ну хп у нас много. Вроде могу себе позволить, да? Да. Надо сказать, охраны тут довольно много. А, ничего страшного, мы с ними разобрались. Вот что я не могу никак... Вот эта вот штука, что мне нужно? Смотри, тут система. Нету, тут... Ленту какую-то нужно дешифровать. А какую ленту? Честно, я без понятия. Блин, у меня чемоданов этих с каждым днем все больше и больше. Так. Что это там? Мутант? А, нет, просто мертвый дурачок. Хорошо. Так, погоди, давай, пока мы... Во!
Движение за права синтетических коров еще не набрало достаточной силы, но все еще впереди, я уверен. Блин, ну эту маску я по-любому заберу, ребят, вы как хотите. Так, нужно будет ее потом установить куда-то. И берем с вами в руки вот так вот. Ох, сколько трупов. И не говорим. Так, изучить. Разбабу добавьте кооперативный режим. Заберем. Так, что это? Стой. Дай. Дай, пожалуйста. Все. Тихо. Неужели кто-то притащил ребенка на такое мероприятие? Это же безответственно. В ребенка очень трудно попасть резиновой пулей, и партии приходится тратить лишние ресурсы на подавление подобных беспорядков. Для закрытого охраняемого согласен. Отсека тут слишком много мертвецов в гражданских скафандрах. Согласен, вообще безобразие. Так, ладно. Полетели дальше. Я думаю, здесь ничего больше интересного не будет у нас. Похоже, незадолго до крушения здесь решили устроить акцию протеста. Хотя непонятно, какое отношение команда лайнера имеет к коровам. В любом случае, работники загерметизировали отсек, и нам теперь туда так просто не попасть. Все, попасть. Блин, главное, чтобы тут монстра не было. Который был в прошлой серии. Так, блин. Добавьте кооператив, набор юного активиста. Давай сделаем вот так вот. Давно мы с вами ничего не сканировали. Здесь что-то не так. Пока активисты снаружи размахивали своими плакатами, тут завязался бой между командой и гробами. Вот только почти все убитые погибли от рук какой-то третьей стороны. Ага, а может и наша детка? Как думаете? Говорю, давно мы с вами еще не сканировали, да? Не находили для скана на нашу базу будущую. Это смущает меня. Хочется побольше всяких мелких деталей. Так, давай смотримся. Попробуем инвентаря. Еще есть место. Даже ремонтники были уничтожены. При этом с них были грубо сняты некоторые важные детали. Так, здорово. Что, ты плохой или ты хороший? Так, а тут мне дрель, да, по-моему, нужна будет? Для тебя либо нет. Так, дрель. Ага, дрель у меня есть. Даже две штуки, это хорошо. Воду забираем по-любому. Тебя мы тоже забираем. Эти двери не открыть. Так, изучить, взять. Может быть, оно и к лучшему. Штука. Мы нашли с вами какую-то штуку. Что за штука, пока мисс без понятия. Ага, мне нужен будет. Так, как тебе добыть отмычка? Отмычка, отмычки у меня нету. Отмычка у нас. Ремонт, отмычка. Нужно вернуться будет сейчас с вами на корабль, ребят. Нужна будет отмычка. Хорошо, побежали назад. Чтобы не забыть, потому что я себя знаю реально. Могу просто забыть. Так, ладно, заберем плакатик. На всякий пожарный. Ага, нет места, хорошо. Но металла и всего остального у меня вроде хватает. Если честно, у меня даже нету куда это все и слаживать. Мне для отмычки что нужно? Дай посмотреть. Снаряжение, инструменты, отмычка. Так, алюминий 2, батарейка, утолщенная изолента. Угу, давай, наверное, все лишнее. Лишнее сюда куда-то слаживать. Вот у меня забито здесь полностью все, и это мне нравится. Обожаю, когда у меня есть куча всего. Так, сложить. А, ой, вот видите, про что я говорил, что чемоданы улетают. Хорошо,
Будешь, значит, у нас здесь лежать. Так. Сложить, сложить. Давай делаем вот так вот и вот так вот. И теперь напомни, что мне нужно. Мне нужно алюминий 2, батарейка, магнит. Алюминий 2, батарейка, магнит. Так. Алюминий, батарейка, магнит, да? Так, алюминий, батарейка, магнит. И что? И металл, да? И изолента. И изолента. Все, отлично. Есть. Мы с вами справились. Шикарно. Давай здесь мы сложим с тобой вот эту вот штуку. Все, потом нужно будет разложить это все по чемоданам. Но все чемоданы у меня, к сожалению, забиты. Так что будет вот такой вот хлам. Все, Арчи, не смотри на это все. Этого здесь нету. Быстро пролетаем. И забираем то, что нам нужно. Просто металл я-то добуду в любом случае. Это не проблема, он по космосу разбросан. А вот, вот эти вот охладители и фильтры, к сожалению, их всего лишь там пару штучек на всю карту. Так что давай берем сюда, на четверочку. Вот, и вот этот гель. Гель нам тоже понадобится, я вот я уверен. Добыть... кто ты? Кто ты? Кто ты? Ты мне нужен. Так, сканировать дверь. Так, новая схема. Специальное оборудование. Необходимое специальное оборудование. Хорошо, побежали назад. Сейчас как раз посмотрим, что там за оборудование нам нужно будет. Стоять. Я чуть не тебя не пропустил. Да, я чуть микросхему не пропустил, ребят. А эти микросхемы мне как раз нужны будут для чего-то еще, если не ошибаюсь. Так, хорошо. Здесь ничего нету. Вода нужна. Да, давай попьем. Еда тоже нужна. Все, вроде ничего такого с вами не упустили. А если упустил, просто можешь потом в комментарии написать, и мы это заберем. Так, забрать, забрать. Но все равно по пути летим, так что все, что смогу, то, то и заберу. Ну, отдай, пожалуйста. Да-да-да, это же жадность. Титана у нас мало вроде. Вроде у нас мало с вами титана. И... Всё. И вот это последний кусочек, обещаю. Все. Полетели. Полетели, полетели. Так, что мне нужно? Мне нужно снаряжение и инструменты. Специальное оборудование. Утолщенная изолента. Серьезно? Утолщенная изолента, две штучки. Где-то, где ты? Раз, два. А тогда давай сложим. Блин, какая-то палка с гвоздем, да? Я угадал. Так, дай посмотреть. Угу. Это типа отмычка, я так понял. Так, ребятки, я вам тут немножко друзей принес. Так что вы пока не знакомьтесь, а я пошел дальше выполнять наше задание. Опа, все, шикарно. Надеюсь, нам этой отмычки нашей хватит, потому что прочность 10.
не хотелось бы потом опять на полпути возвращаться. Так, сейчас, ребят, две секундочки, дайте я посмотрю. Ничего ли тут не запрятано? Нет, вроде бы не запрятано. Ага, водичку, да, запрятали? Ля, вы какие. Нарушение режима. Это нужный нам отсек. Судя по сигналам, впереди уцелевший челнок команды лайнера. Но что-то голос вдалеке меня настораживает. Согласен. Так, давайте сделаем вот так. Мы с вами сохранимся. И если на нас сейчас тут будет нападать... Что это за... Это явно непростой полицейский робот. Ага. Ремонтные бригады сделали с ним что-то не то. Победить робота. Блин, а знаете, что у меня есть? У меня гранаты дома есть. Может... Нарушение режима. Покиньте незаконный митинг. Может... Оно еще и агрессивное. Может, мы гранатами закидаем? Позорное бегство. Секунду. Видите этот рычаг сброса напряжения? Тот огромный робот стоит как раз на разрядной платформе. Сейчас выстрелит разрядник. Акт агрессии. Акт агрессии. Активирован антитеррористический режим. Брошен стаканчик представителя власти. Вы арестованы. Расстрел. Оу, обычно в битвах с боссами это не так работает. Ну да, согласен. Похоже, это его слабое место. Как у любого утюга или тостера, например. Перезарядка. Оставайтесь на месте. Есть. Арест. Арест. Погоди. Нет питания. Активируются запасные источники. Блин, аптечку надо было взять. Запасные батареи нужно. Ага, ага. Нужно брать с собой аптечку. А я не знаю, есть ли у нас аптечка дома. Тебе нужно будет посмотреть. Вот из-за чего я решил. Нужно было сохраниться. Блин. Просто поняли, когда я подлетаю, мне нужно хотя бы пару секунд, чтобы я мог спокойно постоять на месте и выдернуть этот шнур. Он как раз в меня попадает. Ладно, сейчас попробуем сделать пару аптек, если мы сможем, конечно. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит не мочь умереть. Так, загрузить. Подтверждать, да. Загрузки у меня здесь долгие идут, так что я так и извиняюсь. Блин, значит, возвращаемся на корабль. Забираем пару аптечек. И будем что-то думать. Если, конечно, получится их сделать. Так. Побежали назад. Блин. А я, по-моему, все аптечки на прошлой локации повыбрасывал. Типа такие, а зачем они мне нужны? А здесь босс у нас, робот. Ладно, ладно. Надо хотя бы аптеки 2-3 сделать. На всякий пожарный. Так, давай посмотрим, нет ли у нас просто аптечек здесь. Аптека, аптека, аптека. Nope. Здесь тоже нету. Есть. О! Ребят, 3 штучки есть. Шикарно, шикарно. И даже есть у меня такие вот бомбочки, где они? Где бомба? Вот, говяжья граната есть. Возможно, пригодится. И где-то я еще видел туда. Гранаты говяжьи. Да. Блин, ладно, давайте 4 штуки. Я думаю, 4 штучки гранат оставим. Мало ли, может там по заданию еще что-то будет. И полетели. Полетели, полетели. Так, давай, наверное, гранату мы... Вот сюда вот. Так, побежали. Главное сейчас пройти этого босса по-быстрому.
Так, вот тут мы с вами сохраняемся на всякий пожарный. И побежали. Что это за... Это явно непростой полицейский робот. Ремонтные бригады сделали с ним что-то не то. Так, хорошо. Нарушение режима. Покиньте незаконный митинг. Оно еще и агрессивное. Рекомендую обратиться в позорное бегство. Секунду. Видите этот рыб? Сейчас выстрелит разрядник. Акт агрессии. Акт агрессии. Еще больше сделал ПП мне для босса. Стаканчик представителя власти. Вы арестованы. Расстрел. Оу. Обычно в битвах с боссами это не так работает. Похоже, это его слабое место. Как у любого утюга или тостера, например. Ёпта. Вот видите, за что я говорю? У меня они здесь... Оно еще не может отскакивает, понимаешь? Не может сфокусироваться. Да ёп! Игра, нет! Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, Да. Рассказывать правду. Рассказывай правду. Блин, неужели мне с лазера просто надо стрелять в эти лазеры? Ладно. А если мы попробуем использовать с вами гранатку, как думаете? Что это за... Это явно непростой полицейский робот. Ремонтные бригады сделали с ним что-то не то. Давай сейчас попробуем еще раз. Нарушение режима. Покиньте незаконный митинг. Оно еще и агрессивное. Рекомендую обратиться в позорное бегство. Секунду. Видите этот рычаг спроб? Сейчас выстрелит разрядник. Акт агрессии. Бум. Активирован антитеррористический режим. Брошен так, стаканчик. А если мы сейчас сделаем... Вы арестованы. Расстрел. Оу. Обычно в битвах, похоже, это его слабое место. Как если мы сделаем вот так? Или тостера, например. Не. А теперь попробуем сделать... Вот так вот. Перезарядка. Оставайтесь на месте. Не, оно не летит туда, куда мне надо. Больше трех не собираться. Так, погоди. Давай, говори, перезарядка. Нарушитель. Так, есть. Перезаряжаюсь, не покидайте укрытие. Хорошо. Нет питания. Активируются запасные источники. Отлично. Похоже на запасные батареи. Нужно их разбить, так мы сможем отключить его. Так, погоди. Не? А, ударить. Погоди, стой, ребят, я... Давай. Есть, где еще? Шикарно. Летим. Блин, это еще управление здесь. Перезарядка. Оставайтесь на месте. А где еще одна? Ага, вот вижу. Стараюсь как могу. Ограничители уничтожены. Запуск максимальной производительности. Что, издеваешься? Но как же? Я просмотрел сотни фильмов и видеоигр. Это всегда работало. Внимание! Перегрузка. Я машина. Я силен. Перегрузка. Похоже, он перегорел. А ведь я все именно так и планировал. Фу, мы с вами справились. Конечно, мы бластер потратили, но я думаю, ничего страшного, правильно? Так. Этим можно подлатать скафандр. Ну и вас, конечно. Это действительно челнок команды лайнера,
Надеюсь, мы найдем систему свой-чужой и будем долго ее взламывать. Мои процессоры аж вибрируют. Заблокировано изнутри. Так, погоди, а этим ему починить свой костюм, это вот этим или чем? И чем я могу починить? Или мне показалось? Ладно, наверное, показалось, да, что он сказал, что этим я могу починить свой костюм. Давай ломать. Есть. Так, взломать систему корабля. Хорошо, мы сейчас сперва это... Сперва взломаем систему корабля. Может, там есть информация. Сейчас мы все сломаем. С вами так изучить. Помог, так помог. Гений. Посмотреть, посмотреть, забрать. Блин. Неужели мне никакого робота не дадут, чтобы мы с ним вместе путешествовали? Итак, приступим к взлому. Необходимо... Нет. Вы издеваетесь? Это шутка. Проверьте ящик слева. Добывать фильтр. Какой ящик слева? Погоди. Давай сейчас мы добудем с тобой фильтр. Вот это уж... Что? Не, погоди. Чем ты? Ага, вот. Есть. Оборудование, оборудование. Ящик слева. Где ящик? Кто ящик? Так, проверить ящик. А какой ящик? Так, монитор. А, вот иди. Судя по переписке команды, система свой-чужой — это просто определенные номерные знаки на челноках. Но если знак нечитабелен, система распознавания виснет и не атакует челнок. И это многомиллиардная система активной защиты лайнера. Диагностическая станция точно знала об этой уязвимости и не могла просто сказать нам прикрыть номера бумажкой. Я предлагаю вернуться и спалить ей все микросхемы. Сейчас я был бы в ярости, если бы не одно «но». Этот челнок оказывается полностью на ходу. Мне лишь нужно немного времени на взлом доступа к управлению. Я пока займусь этим, а вы просто ничего не трогайте, а еще лучше пособирайте мозаику, например. Пособирать мозаику, давай. Давай, собирать. Отлично. Теперь просто посидите тут. А взлом потребует максимум моей производительности, и я отключусь на несколько секунд. Просто ничего не трогайте и не нажимайте. Так, я снова с вами. Хочу сообщить, что... Что за... Бежим отсюда! Я же вас на 3 секунды оставил. Вы просто с мозаикой. Да там же не было ничего. Да я же... Мне... Ведь мы почти... Ах. Я бы хотел как-то это прокомментировать, но даже не знаю как. Лучше нам вернуться на Нормандию. Надеюсь, закрытый номерной знак действительно поможет обойти системы защиты. Дебил. Что тут еще можно добавить? Я не могу не спросить. Как? Как вы это устроили? Вы баловались зажигалкой? Дергали проводку? Научились пускать лучи из глаз? Я не понимаю, как такое возможно вообще. Я сам не понимаю. Так, здесь я могу что-то изучить, либо забрать себе? Нет. Так, а ты кто? А ты еда, да? Да. Забираем и тебя тоже аптечком. И еще я не понимаю, зачем создавать систему защиты, которую можно легко обойти заляпанными номерами. Если только тот гений, заразивший робота СПД, не был ведущим инженером лайнера. Вообще, это бы многое объяснило. Согласен. Так, ну, главное, что мы с вами добыли номера. И я надеюсь, мы сможем улететь отсюда. Или сейчас опять какой-то будет сюрприз. Кстати, на Нормандии ведь нет физического номерного знака, хотя есть цифровой аналог, который обычно запрашивается при любой проверке. Думаю, я смогу подменить пару символов на звездочки, и будем надеяться, что системе свой-чужой безразлично, в каком виде у нас номер на челноке. Так, все, да? Шикарно. Что мы, давай мы тебя сбросим, сбросить.
Ага. Ля, какая куча. Нужно сюда тоже тебя будет положить. Положить, 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 положить. Все. Потом мы это с вами все заберем. Я так понимаю, можем улетать отсюда? Ля, а ты не хочешь мне помочь свой чужой? Не? Ладно, полетели вот сюда. Вот я не могу понять, зачем я туда сюда прилетал, если в нас все равно стреляют. Непонятно. Так, погоди. Вы что тебе, вы что себе позволяете, скажите, пожалуйста. Что ты себе, падла, позволяешь, а? Ага, теперь ясно, из-за чего такое управление быстрое. Это чтобы я мог вот так вот делать. Теперь понятненько, теперь я хочу понять, где у нас вверх, где у нас низ и куда мне лететь. Да-да-да, в космосе нету верха, ни низа, я понял, но... Чтобы хоть как-то... Во, ориентироваться вот так вот. Я так понимаю, нам нужно будет последнюю деталь сейчас какую-то с вами изучить. И мы улетим на новую локацию, и это будет интересным. Как думаете, нам придется заново потом на новой локации повторять ту же самую схему и ремонтировать корабль, либо нет? Нет никаких данных по пассажирам, которым выделялись подобные отсеки. Но простые люди такое себе точно позволить не могли. Уверен, что под этим куполом нечто интересное. Может быть, даже целый корабль. Угу. Который мы опять взорвем, да? Ладно, давай смотреть. Только куда и нам нужно? Вот сюда, да, ты говоришь? Да. И, кстати, у меня такая штука тоже изучена. Я могу делать на нашей базе стыковку. Так, идем смотреть. Ну, я думаю, здесь будет без приключений. Что-то мне кажется. Так, прогрузка, хорошо. Без сомнения, это отсек наивысшего класса комфорта. Забираем по-любому. Лучше пусть будет больше, чем меньше, согласны? Так, пластик. Водичка. Не знаю, я бы вот эти цветы себе отсканировал бы и построил бы на базе, но... Я так понимаю, что игра не хочет мне давать такую возможность. Какой большой мертвец. Не смогу отсканировать лицо, так... Забираем коробку. Как его больше нет, но по фигуре могу предположить, что это глава отделения зеленых на Кеплере 62, Толстый Кирилл. Толстый Кирилл. Если ты Кирилл и смотришь это, ставь лайкосик. Так. Добыть. Добыть, добыть, добыть. Забрать, забрать, забрать. Угу, ничего не могу. Кто ты? Так, упаковка полезной вкусной травы. Ну, по мне, зря, несмотря на активное продвижение. Наверняка Кирилл разжирел на траве и смирении. Ведь именно это... На этом вот, кстати, можно неплохо отъесться и плохо умереть. Состав продукта давно вызывает вопросы у врачей. Угу. Забрать, забрать. Давай смотреть, что здесь. А, это я тебя типа могу просто установить, да? Ну да, ты бесполезная штука. Как и сгущенка, походу. Ну да, тоже тогда выбросим. Трофей оставлю. Генератор заберем. Водичка, еда нам нужна.
поедим и как раз попьем. И сейчас пойдем дальше с вами. Так, пианино у меня отсканированное. Ты кто? Еда у нас уже не вылазит, хорошо. Убит выстрелом в... во все. Кстати, это же Франк Банан. Предположительно, один из руководителей зеленой вселенной. Франк Банан. Здесь больше ничего нету. Водичка. И все. Ладно. Я думаю, нам больше здесь, в принципе, ничего и не надо. Если, конечно, не будет каких-то прикольных штук, тогда их мы с вами и заберем. Так, что у нас тут лишнее, что мы можем выбросить с вами? Как думаете, чтобы смолу забрать? Не так, не туда. Может, резину? Или... Давай, наверное, титан, да? Давай, наверное, титан с вами выбросим. А смолу заберем. В любом случае, она нам пригодится. Так, ты кто? Нет никакого желания раскапывать гробы, но теперь я точно уверен, что они работают на энергии разложения тела. Это отвратительно и гениально одновременно. Согласен. Так, мы здесь были, да? Да. Побежали. И... Да, нужно не забыть, возможно, здесь где-то еще будет фильтры лежать. Нужно будет их забрать. Так что все, мы это пока здесь ничего не трогаем. У нас и так на базе места отсюда нету. Кого-то выволокли в коридор. Так, ты кто? Магнит. Магнит возьмем, он редко попадается. Щелочь. Зачем нам щелочь? Щелочь нам нужна для батареек. Генератор. Давай, наверное, генератор уберем. Или нет. Давай резину уберем. Генератор заберем. Давай смотреть. Оба трупа принадлежат к верхушке зеленой вселенной. У меня складывается впечатление, что в этом отсеке летели все значимые лица организации. Изолента, изолента. Взять, взять. Вот эти вот штуки, электроника, нам нужна будет для строительства базы. Так, это мне не надо. Щелочь, щелочь, хорошо, давай. Поедим, заберем. Говядина тоже нужна. Из нее мы делаем гранату с вами. Граната нужна. Так, и лампочка. Давай, наверное, пожертвуем одной смолой и заберем нашу лампочку. Вот. Угу, налево и направо. Давай вот тут посмотрим. Оба погибли в схватке. Хотя я пока не до конца понял, какие системы нужно прострелить гробу для его отключения. Так, дрель выбросим. Микросхему заберем. Сомневаюсь, что здесь кто-то вышел. Его вытащили из каюты для разблокировки двери. Все же сетчатка глаза крайне неприятный метод защиты данных, особенно для владельца сетчатки. Так, забрать. Не знаю, зачем с него сорвали маску. Просканировать глаз она явно не мешала. Согласен. Так, мы, по-моему... Логотип зеленой вселенной. Своеобразно, надо сказать. По-моему, фильтр не пропустили нигде, да? Если не ошибаюсь. Так, давай слева посмотрим. Что здесь у нас есть с вами? Ага. То есть это был просто двухсторонний проход, да? Туда есть. Хорошо. Заперто изнутри и заварено снаружи. Такой тип дверей мне не знаком. Видимо, какие-то военные разработки. Ага. А ты не живой, случайно, не? Не нападешь ли ты на нас? Так. Похоже, этот робот пытался сделать себя проводным, но попросту сгорел. Кстати, внешних разъемов для подзарядки у гробов явно нет. У нас сядет батарейка, и грибы закончатся, правильно я понимаю?
Блин, вот мы нашли тебе, смотри, чипы Навигат, 4 штучки, да? 3 штуки. Но я с вами не могу все еще найти фильтр. Похоже, все двери заблокированы, и я не знаю, чем их открыть. Так, ты кто? Блок, энергетическое ядро, хорошо. Эта дверь мне тоже не знакома, но она явно другой серии. Так, я еще раз осмотрюсь. О. Так. Взять, да? Еда, еда. Несмотря на глупую смерть, этот человек явно знал о слабом месте в конструкции двери и пытался ее вскрыть. Я могу немного доработать схему шлифовальной машины, чтобы продолжить начатые покойником разрушения и проникнуть под купол. Угу, создать пилодрель. Окей, значит, нам нужно сейчас будет с вами вернуться домой, да? На базу нашу. Ну, насколько я понял. Блин, растение прикольное. Хотелось бы сделать, наверное, себе такой аквариум. Так, ну что, я тогда предлагаю бежать на базу, делать эту тут пилодрель и возвращаться туда сюда. Так что побежали. Как раз выгрузим весь лишний хлам, который лежит у нас в инвентаре. А заодно надо будет еще раз потом осмотреться, не пропустил ли я где-то фильтрат. Так, не, погоди, ты вообще не можешь вообще ничего брать, потому что у тебя все забито. Так что просто забей и беги. Мне реально здесь нужен этот безлимитный рюкзак, в который я смогу все складывать. Дорогая, я дома. Так, что нам нужно? Инструменты. Пилодрель. Титан 2. Утолщенная изолента 2. Титан 2. Изолента 2. Так, изолента. Нету. Раз, два. Титан 2. Вот так вот. Ездим. Шикарно, что могу сказать. Давай складывать все аккуратненько. Блин, когда я себе тумбочку уже найду, кто мне скажет? Без тумбочки в этой игре вообще плохо. Возможно, я ее не отсканировал, и теперь у нас не будет с вами тумбочки. И нам придется постоянно вот такие вот чемоданы использовать. Ну, смотри, что это такое. А вот таких вот ящиков я не нашел. Для сканом. Ладно. Вы собрали настоящую... Что это? Вы же читали мою инструкцию? Так, побежали. Побежали. Так, проволока. Тут где-то что-то еще было. Забрать. Резина. Резина понадобится для изоленты. Так что тоже заберем. Заберем все, что плохо лежит. Блин, кто в курсе? И это я упустил момент, когда... Нужно было отсканировать этот, как его, тумбочку. Или еще ее здесь нету по сюжету. Я могу чисто в чемоданы это все слаживать. Потому что, сами понимаете, мне нужно будет 200 тысяч чемоданов. Чтобы хранить весь этот лут.
Так, забрать, забрать. Титан. Давай заберем. И изоленту, да? Да. Хорошо. Так, нам сюда, я так понимаю. Или нет? Нет. Не. А куда? Ага, вот она чем. Давай попробуем. Есть. Дверь ослаблена. Просто выбейте ее ногой. Божечки ты мои. Я рассчитывал на несколько другой эффект, но так тоже подойдет. Ну да, согласен. Ага, а это что такое? А это, наверное, время сохраняшки, да? Да. Время сохраняшек. Блин, а я могу перепрыгнуть? Могу, да? Они пытались вскрыть двери изнутри, но были сильно изранены и потеряли слишком много крови. Так, хорошо. Как мне бы разобрать? Не очень рационально, но впечатляет. Блин, я хочу тоже таким заниматься. Хочу лес высаживать. А, все, разломал. Погибшие были членами зеленой вселенной. Все были застрелены еще до крушения. Так, потрогать березку. А я могу тебя изучить? Нет, не могу. Блин, разработчики, если вы не дадите мне возможность батареи здесь, нет, березки посадить, то все, я обижусь. Сейчас мы его сломаем. Потому что звук сильно громкий был. Так, изучить, а взять. Вот такого в приказах активистам не было. Вряд ли бы они согласились на утилизацию, да и бинарный код в записке вызывает вопрос. Кому вообще эта записка предназначалась? У ремонтных бригад нет никакой связи с зеленой вселенной. Его убийство было бессмысленным. Ля, даже коровка есть. Даже коров не пощадили. Ля, моя зайка, хочу коровку выращивать. Да ты шо? Блин, игра, дай возможность выращивать коровок, я. Березку. Может, делом займемся? Хорошо, прости. Я просто столько лет не видел деревья, что прям аж... Активная антиастероидная защита. Кстати, она бы нам пригодилась. Нужно как-то обойти защиту, но только не ломать. Угу. Побежали. Эти провода ведут к челноку, и, судя по маркировке, предназначены для питания легкого вооружения. Главное не ломать, он сказал. Хорошо. Фильтры, фильтры, фильтры. Фильтры я так и не нашел. Аптечку заюзаем. Проволока замкнуть. Относительно ваших теплых взаимоотношений с курицей, но я промолчу. Кстати, антиастероидная защита деактивирована. Ага, то есть можем спокойно бегать, да, себе? Спокойно бегать, лутать себе. Отлично. Так, а ну еще раз. Фильтр, фильтр. Вроде нету. Просто мне, когда я базу буду строить, и реально это фильтр понадобится. Я бы не хотел бы его упустить бы. Магнит, магнит. Компенсатор.
Сейчас давайте полностью осмотримся. Ну, навряд ли, думаю, там что-то положили. И пошли тем. Регистрационный номер челнока скрыт. Учитывая, что в жилых помещениях была верхушка зеленой вселенной, здесь находился кто-то еще хуже. Угу, кто еще хуже может быть? Не может быть. Это же личный челнок Фредерика Мамони, лидера зеленой вселенной. И похоже, личные куски его тела. Узел связи взломан, если можно так сказать. Так, сейчас, секунду, ребят. Съесть, выпить. Забрать баночку, жидкостью забрать. Забрать вода. Больше не влезет, да, по-моему? Да. Сейчас посмотрим, ты кто, батарейка, что у меня лишнее. Давай, наверное, один металл изучить. Взять инвентарь полон. Угу. Похоже, активистов зеленой вселенной попросту использовали. И все приказы командования шли вовсе не от Мамонии. Так, а вот и фильтр. Антиастероидной защиты. Ее даже не придется взламывать, ведь это уже сделали за нас. Инвентарь полон. Так, ладно, прости, металл. Во, есть, шикарно. Что нам нужно? Так, исследовать космос, обследовать челнок. Обследовать челнок. И что? Ага, вот. Несколько редких деталей. Так, щуп. Щуп. Ага, у меня места нету. Теперь есть. Есть. Собрали. Так, создать антирадиационную защиту. Хорошо. Давай смотреть. Тут есть стол для крафта. Взять стола для крафта у нас, к сожалению, здесь нету. Ага, одно место есть. Ну давай под водичку. Не могу. Ладно. Тогда под металл. Все, правильно понимаю. Нам нужно назад. Уходим отсюда. Выходит, что главный зеленый давно мертв. Вся правящая верхушка организации убита, а крушение произошло по инициативе неизвестных лиц, управляющих гробами. Звучит как дешевый сценарий к боевику. Побежали назад. Есть. Эжеру для строительства нашего... Этого, как его челнока, хотел сказать, для нашей базы строительства понадобится... На всякий пожарный. Давай заберем, а? Как думаете? Смола. Лампочка. Блин. Компенсатор. Ну нужен же ж скафандр. Мамони. Он нам нужен, этот скафандр? А я думаю, нет. Все. Домой. Побежали. Побежали домой. Я не верю в причастность ко всему этому компании Presage, но обязан сообщить, что при подписании контракта на похороны в пользовательском соглашении вы согласились на все. Вообще на все. Не-не-не, у меня такое... Не устраивает вообще на все. Забрать. Чисто крошечки из помоечки нужно забрать. Так, отлично. Несмотря на явные признаки какого-то масштабного заговора, у меня не проходит ощущение того, что сама катастрофа носила случайный характер. Не могу вычислить, какую выгоду могли получить гипотетические террористы от полного уничтожения лайнера. Вероятнее всего, активисты Зеленой Вселенной выполняли приказ по захвату корабля и попросту облажались, что подтверждается некоторыми нашими находками. Так, ну нам нужно будет... Сейчас, секунду, ребят.
Нужно будет сейчас создать защиту. И можно будет отсюда улетать, я надеюсь. Так, пролагала. Ёпт, испугала меня. Реально испугала, я думал монстр тут. Так, снаряжение, предмет. Вот эта вот штука, да? Правильно я понимаю? Так, микроплазма, индуктор, индуктор, индуктор. Так, микроплазма, где ты плазма, наша плазма? Где наша баночка с плазмой? Вот ты. А почему? Сколько штук тебе надо? Микроплазм. А, это лектоплазм. Микроплазм. А что такое микроплазм? Индуктор, строительный набор. Индуктор мне нужен, правильно я понимаю? Да, индуктор. Создаем. А что такое микроплазм? Микроплазм. Лектоплазм, наш микроплазм. Если собрать эти все штуки, я смогу что-то делать. Так, вода, снаряжение. Это не то. Предметы. Микроплазм. Желтая вода. Корпус. А у нас проблемки, ребят. Я не знаю, что такое микроплазм. Лектоплазм это есть, а микроплазм что такое? Ты кто? Угу. Навигатор, фильтр, блок. Создать иностранную защиту. Честно, я без понятия, что такое микроплазм. Так, чип. И самое интересное, вы видите, у меня даже здесь нету... Еще вы его делать. Так, граната, предметы, кислород, генератор, топливо. Аптечка, взрывчатка. Микроплазм. Не, нету. К сожалению, нету. Ну, тогда придется, я не знаю, искать, наверное, этот микроплазм. Потому что здесь мы задание с вами все выполнили. Мне осталось создать только... Правильно я понимаю, да. Комбайн, кухня... Да, ребят, сейчас я буду искать с вами, как делается этот плазма. А в следующей серии мы уже начнем с вами новое путешествие. Как раз мы этим всем закончим. И отправимся тогда уже, я думаю, на следующую локацию. Так что все, всем спасибо за просмотр. Честно, я без понятия, где его искать. Сейчас придется в интернете глянуть. А потом уже... Буду записывать следующую серию. Так что все. Всем пока-пока и до потом.